Итак, матч начался. Ваш комментатор Денис Алхазов. Мы смотрим игру 10-го тура Саудовской Пролиги Аль-Ахли против Аль-Вахды. Не может выбраться из-под давления Аль-Ахли. И не видно похожего давления с их стороны. Хотя вроде бы немецкий лаптоп-тренер из системы РБ эта команда возглавляет. Но уже контратака. Сен-Максимен. Можно лететь. Можно лететь Сен-Максимену. Сен-Максимен режет угол. Хватит ли ему скорости? Сен-Максимен! Вот это ноги! Вот это ноги! Еще раз смотрим. Вот здесь прихватили мяч. Передача в центр. И идеально выкатывается мяч на Сен-Максимена. Нужно похвалить дающего, потому что мяч пришел ровно в ноги французу. Ну а там уже между ног Муниру. Спешат на выручку несколько защитников Аль-Вахды. Высокая линия обороны. Всего 15% игрового времени. Так что моментов-то немного создали более именитые хозяева. Вот теперь штрафную будет бросать Хабсави. Есть бросок. Он аж приземлился на газон. И летит мяч! Летит мяч! Не летит! Закатывается! Ворота! Может быть, никто мяча и не касался. Как живет твое дело. Мощнейший бросок. И там от чьей-то спины угловой. Подача. Удар! Браво! Великолепный прыжок! Великолепный! Роджер Ибаньес, взмыв воздух, вонзает мяч в ворота Мунира. 2-1. Аль-Ахли забивает в те моменты, когда игра командная не идет совершенно. Подача Морозова. Ну, блестящая подача. Недосягаемая для вратаря, понятная. В зону 11-метровой, да? Вот ближе к пенальти. И Ибаньес, ну, без сильного разбега. Он просто несколько шагов сделал, выпрыгнул. Морез. Сюда, в центр. Что дальше? Прострел. Добивание! О-хо-хо-хо! Вот это сейв Мунира! На сейв ли? Пересек мяч линию ворот, он все-таки залетает. Не с первой, так со второй попытки. Вот этот гол будет засчитан. 3-1. Добивающий. Удар. Удар, приканчивающий все надежды Аль-Вахды на очки сегодня. Но здесь было разыграно как надо. Оказалось довольно бесполезно. Ух ты, мяч отлетел от груди Фермина. Полетел на лежавшего уже на ленточке Мунира. Вот, посмотрите, оп, серия рикошетов. И Мунир потом ногой его выпнул. Но здесь хорошо, очень хорошо доработал. Неловко изменил траекторию. Сколько играет сверх основного времени? Счет уже сделан, по сути. Нарушение правил на желтую карточку. Удар сзади по ногам. Это красная! Ну, до кучи, в концовке. Ну, не знаю. Еще раз смотрим. А, ну да, 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 да. Все, пора заканчивать. 3-1. Аль-Ахли одерживает победу. Не самую убедительную на свете. Не самую.